Еще не вечер, не гаснут свечи. Всего добился и все в жизни удалось. Отец портным был, быть обеспечен. Равин дедуля, баба Сара и в обкоме мама. Да, говорят, души не чаяли все в нем. И для гостей звучал его аккордеон. Бурю оваций в зале Боря вызывал, когда в подоляночке танцевал. Служил в ракетных, возможно, это дало понять ему намеченную цель. Он в министерстве трудился честно, но хочет жить богаче, не может он иначе, да. Иногда немножко шил он на дому, и вот тогда стояла очередь к нему. Папины гены, безусловно, жили в нем. Рос его достаток с каждым новым днем. В Одессе Боря гулял вдоль моря. Ему навстречу прямо в руки шла судьба. Страна красива, зовут Марина. Она его пленила, не смог пройти он мимо. Так и живут в любви они уж столько лет. В счастье встречают каждый день они рассвет. Сын уже взрослый, дочка тоже вышла в свет. Говорит, что в мире лучшей папы нет. Приходит время, и в Стейтен-Айленд перебирается он со своей семьей. Прочь все сомнения, на даунпеймент немножко одолжили и домик свой купили. И вот мечта американская сбылась, вновь вся семья вокруг Бориса собралась. Тесть Миша, теща Рита, дружно все живут. Дочери и сын, крошки, внученьки растут. Он много ездит по белу свету, и полон дом гостей, Элина и Игорек. Здесь Галя с Геной и Рома с Яной. И что совсем немало, из Сент-Луиса Алла. И появились также здешние друзья, те, без кого прожить уже никак нельзя. Зоя и Сева, дружба, мир и нет проблем. Алина и Борис, Вика и Люсьен. Он много сделал, все, что хотелось. И много видел всяких разных он чудес. Но спросят люди, что больше любишь? Конечно, он ответил, что больше всех на свете любит всю жизнь он половиночку свою. Любит безумно он Мариночку свою. Что за мужчина красивее и лучше всех? Пусть будет в доме мир и достаток, и успех. Будет рядом и родные, и друзья. Счастье и радость, все, что нам купить нельзя. Будь же удачлив и в дальнейшем наш Борис. Будь здоров, живи, пусть судьба тебя хранит.